Жителю Ноябрьска Игорю Михневичу срочно нужна помощь. 40-летний мужчина находится сейчас в реанимации в Харькове. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Мужчина попал в ДТП еще 26 сентября, когда вез своих родителей до границы с Россией. Отец и мать после отпуска возвращались в Ноябрьск. В машине находилась также и жена Игоря. Авария произошла ранним утром. Машина врезалась в разделительное ограждение. Родители мужчины погибли на месте. Супруга позже скончалась в больнице. Сам водитель находится сейчас в коме. У него черепно-мозговая травма. Множественные переломы. Пребывание в реанимации для него платное. Сутки лечения обходятся родственникам в 20 тысяч рублей. Таких денег, по словам сестры, которая сейчас в декрете, у семьи просто нет. Врачи вообще конкретики никакой не дают. Вот сколько я там была возле него, спрашивала, вот они на все воля Божья, они как бы никто конкретики не дает. Слава Богу, что сердце у него... Положительная динамика. Как я видела, когда приезжала, он, понимаете, как он в коме, но он слышит. Он, когда с ним разговариваешь, вот он рукой двигает, может там как-то дать знак, что это. Ну вот с комы он не выходит. Оказать финансовую поддержку сестре пострадавшего можно, переведя деньги на банковскую карту. Реквизиты на сайте ноябрьск24.ру. Там же находится и номер телефона девушки. За все потраченные средства Любовь Шепелева обещает предоставить отчет.